Лера Мерлен, ночь. Завтра в школу. Я иду снимать видосик. Граффити барахло в Леруа Мерлене. На косарь или два. Вот. Классно. По пути к восковым маркерам нашел пейнтер. Золотой, нам не интересен. Хромовый. Лично. И возьмем еще красненький. Вот это, кстати, интересная вещь. Была маленький эндинг со скошным пером 1-5 мм. Очень прикольненький, перманентный, правда. Но так-то, как попробовать для дешевого тренинга, прикольно. Смотрите, какое золото нашел. Заправки эндинг. 460 рублей. 250 лит. Возьму все. Мне интересно тут даже попробовать будет морковочка залить нормальной. Сколько я такие уже взял за сегодня? 4 синих. Возьму еще одну в качестве тупо примера. Также мой вам совет. Если берете ПФ-ку, ее лучше разбавлять White Spirit'ом. У меня он есть уже, его брать не буду, но просто на будущее. Также еще кому надо, я брал вот такую вот краску черную. Из нее сделал нормальную, хорошую заправу. Стоит не дешево, конечно, но на крайний случай довольно годно. Можно взять поменьше и других цветов. Мне эта краска довольно хорошо понравилась. Она плохо оттирается. И при этом, ну, короче, она прям хорошая. Вот это насчет банок в Мерлене. Банок очень много. Прям в коробке. Из интересных есть вот что. Глиттер эффект. Такие есть от Монтана, только они прям такие дорогие. Здесь 400 рублей, и вот какой эффект. То есть прикольно. Также взял маленькую кудошку для тегинга. Фэт комплект. 540 рублей. 588. Также для тех, кто планирует заливать большие куски ПФ-ками. Вот для белых. Очень много кюлеров. Такие. То есть прям гора реально. Разных размеров. Еще на огромные всякие банки. Типа черных вон. Есть по маленьким, есть нужно конкретно на блики, условно говоря. Вот. В общем говоря, запоминайте. Итак, в результате у нас получился пейнт хромовый. Пейнт красный. 4 заправки эндинг 25-миллиметровых. Найду, куда заправить их. Сниму обзорчик. 200-миллиметровый баночек. Кудошка. Муляж камеры я взял. Вон два стикера. Разрисую его. Чем с ним замучу. В общем, закончу с ним барахло. Я считаю, топчик. Всем пока.